Наша ветреная сказка подошла к своему счастливому концу. Зло наказано, добро восторжествовало. Месопотамский принц с принцессой стали родителями двух замечательных детишек и двойни, что на подходе. Как вы думаете, будь у нас продолжение истории, кого бы родила Риан? Вы бы хотели для пары мальчиков или девочек? Зрители во всем мире не могут поверить, что уже не будет Ветреного, и требуют продолжения. Поклонники Ветреного пишут сообщения на телеканал, создателям сериала просят снять четвертый сезон, но этого не случится. В ближайший год это точно, ведь Акын и создатели Ветреного не очень хорошо разошлись. А то, что Акын и Эбру отписались друг от друга в соцсетях, хотя оставили в подписках других актеров, только свидетельствует о проблемах в отношениях этих актеров. Изначально в третьем сезоне мы должны были увидеть 74 серии. Ветреные планировали закончить в мае, но этого не случилось. Всему причиной стал коронавирус. Зрители считают, что финальная 69-я серия была неполной. Нужно было снять получше, раскрыть сюжет, а точнее плохо, что нам не показали, как живет Азат Игенуль с ребенком. Могли бы попросить парочку снять хотя бы видеообращение. Не было Султан и непонятно, что с ней, как и с Асланом. Просто забыли о Шукран. Непонятно, что с Дильшах, да и зачем было вводить ее в сериал. Вы тоже так считаете? Напишите. Вполне возможно, что через несколько лет могут начать снимать четвертый сезон Ветреного, и мы увидим продолжение истории, 70-ю серию. Стоит отметить, что каждый месяц права на трансляцию сериала закупают новые страны. Армия поклонника Ветреного растет с каждым днем. Часть зрителей далее будут просить продолжение любимого сериала. А вы бы смотрели четвертый сезон? Напишите. Буду держать вас в курсе всех новостей Ветреного. Также интересно, что вы смотрите после окончания этого сериала? Какие другие турецкие сериалы? Напишите в комментариях.